Уважаемые хасанцы, сердечно поздравляю вас с праздником мужества, отваги и чести, с Днем Защитника Отечества. 23 февраля – выдающаяся дата для всех, кто когда-то имел честь носить погоны и военную форму, а также для тех, кто с тревогой и гордостью ожидал возвращения со службы своих сыновей, братьев и друзей. В этот день мы чествуем сильных и мужественных людей, стоящих на страже национальных интересов нашего государства, укрепляющих обороноспособность России, оберегающих наш мир и покой. В этот замечательный день я желаю счастья и добра, согласия и благополучия каждой семье, здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным.